Приветствую, дорогие друзья, подписчики, а также гости моего канала. С вами Кот, и мы с тобой продолжаем играть в игру «Растение против зомби 2», либо же «Plants vs. Zombies», вторая часть. Погнали дальше, значит, сегодня мы пойдем на арены, и как ты понял по названию и обложке данного видео, сегодня мы будем уничтожать кое-кого. Попытаемся убить и просто, так сказать, победить. Значит, на арене сейчас у нас вот действует вот это растение с шипами. И как ты можешь заметить, я уже набил больше половины данного квеста. Значит, тут плюс-минус осталось совсем ничего, чтобы вот получить данное растение. И, значит, главный зомби на арене — это зомби на беговой дорожке. Он как бы бегает, и мы все придерживаемся одного факта, что его нельзя убить. Оказывается, дорогие друзья, его можно грохнуть. Его можно реально убить. Значит, у меня получалось всего раза два, а то и три убить данного зомби на арене. Значит, погнали, сегодня это попробуем сделать. Я с роликом особо затягивать не буду. Вот сегодня я чисто покажу, как убить этого зомби. Потому что, если убив данного зомби, арена становится более легче. Значит, вот этот зомби на беговой дорожке. Этот зомби-качок. Называй его как хочешь вообще. В принципе, без разницы. Так вот, этот зомби, он кидает допинги другим зомби, другие зомби растут, быстро двигаются, и как бы арена становится сложной. Значит, смотри, как его убить? Нужно поломать ему беговую дорожку. Когда беговая дорожка сломается, он просто улетит с арены нафиг. Его не будет примерно где-то секунд 30, то есть его долго не будет по счету битвы, и после этого он выезжает на уже обычной беговой дорожке, такой, знаешь, уже не на такой вот, на которой он сейчас находится, а он выезжает на самой такой мощной электрической. Если мы его заново убьем, ну, во второй раз, то он вообще не появится, и арена становится супер легкой. Погнали, значит, на арене творится полный хардкор, как ты можешь заметить, тут у нас растения, и все они под... короче, воздействием этого фермента, так сказать, зелененького листика. Все забывают название данной фигни. Ну, короче, погнали начнем. Погнали начнем. Значит, на арене просто вообще очень круто сейчас сражаться. Типа, сейчас идут, ну, плюс-минус завершающие битвы, и поэтому надо успеть получить данное растение. Значит, я тут сижу очень плотно на данный момент на арене. И, значит, я тут заметил, что можно убить, оказывается, этого зомби. Так, хорошо, вот мое, в принципе, классическое построение, на котором я выигрываю данные битвы. Построение очень мощное, и вообще, в принципе, все ровно укладываемся во все 1700 солнышек вроде, да? Так, хорошо, все, смотри, полетели. Вот, этот хрен выезжает, во-во-во-во. Все, начинаем действовать, дорогие зрители. Начинаем действовать. Мы должны сейчас ставить туда и покру, и шмокру, без разницы. Короче, всякие мины и также привидения с мотором. Туда нужно обязательно тоже ставить, потому что вот нам нужно очень следить за этой беговой дорожкой. Вот она, у него уже погнулась. Короче, сейчас взорвется. Сейчас. Во, хорошо. Так, отлично. Так, нужно вот, смотри, следить за ним очень тщательно. Возможно, мы его сейчас грохнем. Во-во-во, хорошо, хорошо. Так, отлично, отлично. Во, так. Во-во-во-во-во-во-во-во, ребят, дорогие зрители, вы видели? Вы видели, он, короче, взорвался, у него взорвалась эта беговая дорожка, и он нахрен исчез с этой арены. Все, его как бы сейчас на данный момент вообще не предвидится в ближайшие пару секунд, и, короче, можно спокойно на арене сидеть. Так, опять тут начинается, блин, полная жесть. Так, нужно сейчас, я немножко расслабился. Так, нам главное сейчас, короче... Во, опять он появился, но... Ага, на той же беговой дорожке. Короче, странно, но
Он вроде должен быть на электрической. А, не, у него уже помощнее беговая дорожка, так что все окей, все путем. Мы его сейчас тоже должны убивать таким же способом, таким же... Во, опять убили, есть, хорошо вообще. Арена сейчас на данный момент прям супер-мега мощная, прям... Вообще, зомби повсюду идут, повсюду, вообще надо Гаргантюа тоже уничтожать сейчас. В принципе, я тут спокойно набираю вообще 4 миллиона, если, ну, я, конечно, если начинаю быстро кликать, прям вообще потеть, так сказать, то он набирается 4, а то и 5 миллионов, а так, в основном, тут классика, это 2 миллиона. Во, смотри, у него опять уже супер мощная беговая дорожка, ее тоже можно сломать. В принципе, 27 секунд, возможно, хватит этого сделать. Но, короче, ребят, уничтожайте этого зомби, уничтожайте, так сказать, и арена будет вам реально легкая. Но только, видишь, в чем прикол? На арене он уничтожается только когда именно... Только именно вот когда... Вот это воздействие листика есть, а так вот когда растение не под этим влиянием, ну не с желтыми значками, блин, как оно называется, удобрение, вот, когда растение не под удобрением, то, блин, его будет труднее убивать, то есть его вообще почти невозможно убить. Oh my. Так, ребят, я подумал, наверное, еще одну битву сыграем сейчас по-быстрому. В основном там сейчас квесты немного тухловатые и, в принципе, неинтересные. Все-таки вот арена мне сейчас на данный момент реально заходит. Прям вообще мощно. Я тебе скажу, прям суперски. Я не знаю, вот в принципе, смотри. Построение реально классное. Мы ровно укладываемся вот в 1700 с чем-то солнышек. Все растения идеально расставлены и... Самое главное, вот это, во, могилы появляются прям вовремя, и типа, ну, напротив покрой, поэтому сейчас мы получим парочку солнц. Так, все, ставим быстренько подсолнух, отлично, отлично. Просто мега мощно. Так, хорошо, хорошо, сейчас аккуратненько вот здесь. Решил я все-таки запилить вот вторую битвочку, потому что, чтобы, ну... Не так, серия не была такая столь короткой, потому что будет как-то жалко, если серия будет, ну, там, на минут так 5, блин, это же совсем всего ничего. Так, а все-таки хочется немножко поиграть. Ну, у меня в основном сейчас времени не очень-то и много на данный момент на запись роликов. Я даже в некоторые дни не успеваю выкладывать. Так сказать, учеба зовет. Там уже сессии пойдут скоро. И в принципе, вообще, так сказать, полной подготовки. И поэтому нужно сейчас вот реально вот и как-то совмещать видео с одновременно с игры. Ну, как бы игры, видео и все это вместе совмещать, чтобы времени хватало и на то, и на сём. Так, хорошо, давай вот так, вот так, вот так, хорошо, прям сейчас будет мега мощно, во, хорошо, шикарно. Так, отлично, вот тут вот этот чертенёнок, у него больше тут хп намного. Вот видишь, в этой битве, я не знаю, вот как-то он не очень-то уничтожается, вот данный персонаж, но в принципе... Пока неплохо, пока неплохо. Вроде у него беговая дорожка второго уровня, значит, мы его смогли уничтожить. Смогли уничтожить. Так, отлично. Так, отличненько. Хорошо. Ой, так, спокойно, давай сюда. Сюда, так, отлично, просто шикардозно. Так, давай, бах, перец, чили. Ой, там чертенок. Чертенок, так, давай-ка сюда. Во, все, уничтожили, значит. Ну, короче, дорогие зрители, можно этого гада уничтожить. И он очень, у него очень смешная анимация. Если присмотреться, у меня однажды, короче, битва закончилась при таком моменте, когда он именно вот слетает с беговой дорожки. Там реально очень смешная анимация получается. Так, хорошо. Вот сюда, великолепно.
Так, я надеюсь, сейчас сможем уничтожить. Воу, у него ломается эта беговая дорожка. Так, давай. За 10 секунд. Как? Сможем, не сможем. Во, короче, он обратно уезжает, но у него уже сломана эта беговая. Во, хорошо. Во, все, мы его полностью уничтожили. Все три раза. Шикардосно. Все-таки не зря второй раунд сыграли. Ни хрена 3 миллиона набрали. Ну, шикарно. Значит, как-то так, дорогие зрители. Спасибо, что посмотрели данную серию. Спасибо, что посмотрели в третий раз данное прохождение данной арены. Ну, потому что, ё-моё, вот, в принципе, используем ту же тактику из прошлой серии. Как-то так. Значит, в следующей серии я постараюсь уже, наверное, получить вот данное растение, либо же мы встретимся в следующей серии уже в Lost City. Короче, посмотрим. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока.